Ну ладно, у меня есть идея, как продвигать канал. Это все-таки начать делать это шорты про Roblox. Это единственная идея, которая у меня сейчас есть. Ты что делаешь? Шорты про CS:GO? Нет, спасибо. Видео про CS:GO как-то не особо влетело, наверное. Наверное, YouTube не оценил количество мата. Подожди. Саш. Да, сейчас. Нет, Саш, ты не понимаешь, Саш. Посмотри. Ух ты, блин, Голденова. Пошли мне тоже Голденова. Голденова! Я в этом дерьме наиграл ровно 1051 час. Я ухожу отсюда. Саша, пора заканчивать мою YouTube карьеру. Теперь я буду киберспортсменом в CS:GO. Да, то есть открывай секунду тысяч канал, играй на фейсе. Да, теперь мы играем на фейсе. Ну правда, фейс это не слишком серьезно, типа там поклоунить вообще не получится. Ну вроде. Ну можно, но они будут. Ну кто-нибудь может репортить будет и будет обижаться. Хотя черт его знает. Ну все, да, реально можно просто 200 тысяч стримов по CS:GO. Не, вообще, идея теперь двигаться на Twitch после такого события звучит очень логично. Я вообще хотел тортик купить по этому поводу. Прям на бланту сидит сбоку слева. Туалета. А пачка тут у тебя. Сзади. Behind. Кому стрелял? Туалет. Заходят. Ладно, пошли просто запушить. Просто запушим, не знаю, Б и все. Да, ну можно Б зайти спокойно. Да, мы на Б заходим, держим позицию и все. Как бы нас не выбить. Компас стой. Да что? А что за CS:GO момент начался? Да. Ну чё за CS:GO началась? Ну ей-богу. Да блядь. Со всех сторон, справа, слева, сверху, снизу. Он умер, чел. Чел умер. Во. У меня тоже мало хп. Ну ладно. Не больно. Намодиться. Блять. Нихуя. CS:GO. CS:GO. Yes. Пульсу раш. Отходи. Над нами вот здесь. Ай, под красной коробкой. Один на улице. Живи, брат, обхожу их. Авик под хэвеном. Да иди ты нахуй. Да иди ты нахуй. Почему их как... Спина, брат. Мастурбисты не хотят убивать. Мастурбист, ты заслуживаешь медали. Я не хочу играть на первой звезде. Ой, я 6-й силюр, ура, наконец-то! 200 побед! Это того стоило.